Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Исидор Александр Агюст Пилос, французский художник, родился в Париже 7 ноября 1815 года. В 1826 году поступил в мастерскую Гийома Гийона Летьера. Являлся учеником Франсуа Эдуарда Пико. Я цитирую Википедию переводную. Лауреат премии Римской империи с 1838 года в категории «Историческая живопись». Был хрупкого здоровья, болел туберкулезом, отправился выздоравливать на остров Искья летом 1839 года. Во время своего пребывания в Италии он посещает Неаполь, Венецию, Флоренцию. Ранние картины художника вдохновлены религией. Следуя за французскими войсками в Крым, он начал тяготеть к военной живописи. В 1860 году поделился своей парижской студией с художником Альфредом де Дре. Участвовал во всемирной выставке в 1867 году с картиной «Праздник, устроенным императору и императрице в Алжире» в 1860 году. Назначен профессором живописи в Парижской школе изящных искусств с 1863 по 1875 год. В 1875 году уехал в Алжир, где он рисует, несмотря на болезнь. В 1867 поступил в Академию изящных искусств, получил звание офицера полиции Ордена Почетного Легиона. Нарисовал множество военных сцен во время осады Парижа пруссаками в 1871 году. Был выбран для выполнения части потолка парадной лестницы в Парижской опере. Его последние слова призывают художников работать по натуре. Умер 3 сентября 1875 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашес. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском художнике Исидор Александр Агюст Пилос. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.